Вечерний Сочи для maxportal.ru. На курорте прошел турнир по дзюдо памяти героя Советского Союза сочинца Мартироса Нагуляна, который погиб при выполнении боевого задания в годы Великой Отечественной войны. На соревнования, которые прошли в спорткомплексе Александра Карелина, прибыли спортсмены со всего юга страны. На ковер спорткомплекса Александра Карелина вышли лучшие спортсмены со всего юга страны. Участников приветствовали почетные гости, в их числе родственники Мартироса Нагуляна и ветераны Великой Отечественной войны. В память о герое, который совершил 133 боевых вылета, они возложили цветы. Через эти спортивные мероприятия мы хотим донести нашим ребятам о том, что была у нас Великая Отечественная война, это наша история, люди сражались, погибали за то, чтобы сегодня мы здесь могли заниматься спортом, могли свободно жить. Этот турнир проводится вот уже 27 лет. Ежегодно он собирает большое количество участников. На этот раз за призы Мартироса Нагуляна приехали побороться около 300 дзюдоистов из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Абхазии и даже Узбекистана. Принять участие в таком турнире спортсмены считают за честь. Конкуренция, как всегда, высока. Дзюдоисты показывают хорошую техническую подготовку. Ведь на кону не только медали турнира, но и путевки на участие в других крупных соревнованиях. Мы здесь просматриваем наших спортсменов, кого мы повезем на первенство края, на юг России и на чемпионат и первенство России. Конечно, мы просматриваем, смотрим, какие ребята, на что они способны. За два дня дзюдоисты разыграли 40 комплектов наград. Отличный результат показали сочинские спортсмены, которые традиционно являются лидерами турнира. Они взяли 5 медалей высшей пробы. Все видео Сочи на maxportal.ru.